Друзья, добрый день! Сегодня мы находимся на Иссык-Куле, Южный берег. Сегодняшний ролик хотим посвятить юрте, точнее каркасу. Как вы знаете, каркас состоит из трех основных элементов. Это тюндук, кереге и ук. Сейчас мы вам подробнее все это покажем, расскажем. Прошу. Осенью каждого года, когда сокодвижение в деревьях прекращается, наши юрточники, они заготавливают лес. Этот лес называется Турпантал, либо Каратал на кыргызском. Он произрастает на южном береге Иссык-Куля. На следующий год, когда поступает заказ, перед изготовлением каркаса самой юрты, мы очищаем от коры и сушим в естественных условиях в течение 15-20 дней. То есть здесь, как мы знаем, есть ветра, и вот в естественных условиях юрта сушится. А как мы понимаем, что уки уже высохли, они принимают вот такой коричневый окрас. То есть он полностью высох и готов к следующему процессу. Дальше кереге, после того, как оно будет усушка, мы их складируем вот так и потихоньку берем и делаем из них решетчатые стены согласно их количеству. Друзья, в данной паровой печке под высоким давлением наши заготовки, в данном случае уки, кереге, распариваются. То есть обретают более гибкую форму, после чего мастер достает и задает необходимую форму согласно нашей юрте. Дальше, после термообработки, мы ставим их в специальные формы, вот в таком порядке, под углом 25 градусов, и они проходят дальнейшую усушку в течение 20 дней. Вторым элементом, основным элементом является кереге. Кереге – это стены, канаты еще и называют. Это тоже основная часть, основная, одна из нагрузок идет именно на кереге. Поэтому кереге тоже изготавливается из дерева турпантал, который мы вам ранее показывали. Происходят те же этапы обработки, то есть очищение от коры, термообработка, и потом из них делают решетчатые стены. Далее, самый основной, может быть, всем известный и популярный, который находится на нашем флаге, это тюндук, либо шанырак, как его называют. Вот он состоит из окружности и сделан из таких перемычек. Вот, и тюндук тоже делается из турпантала, либо тала, простого тала. Вот, как видите, данный тюндук является изготовлен для 9-метровой юрты. Он в диаметре примерно 2 метра, очень большой тюндук. Вот. И проходит те же самые стадии, те же самые обработки. Полностью очищается от шкурки и проходит стадию естественной сушки в естественных условиях. Друзья, в подтверждение наших слов о качестве наших юрт, о нашей технологии, что мы следуем нашим традициям, которым уже много сотен лет, даже тысячелетиями. Вот один из ярких примеров у нас, мы храним, да, это юрта, которой, ну, по разным оценкам, примерно 100 лет. 100 лет, вы можете обратить внимание, это вот тюндук, кереге, и вот здесь лежат уки. Вот этой юрте уже почти до 100 лет, как я говорил, в отличном состоянии. Даже сегодня можно ее поставить, легко перевести на лошади, на верблюде. Ну, конечно, раньше изготавливали юрты более мобильные. Более мобильные, которые можно было перенести, перевести, либо откачивать в горы, вниз обратно. И вот яркий пример. Мы храним наследие, мы храним традиции. Тут юрте уже более, как я ждал, очень много лет. Мы соблюдаем эту технологию, по этой технологии производим по сегодняшний день.
Ранее, как вы знаете, не было никаких, скажем так, пропиток, каких-то химических средств. Но именно вот природным антисептиком нам удается изготавливать самый лучший каркас, лучшего качества. И пример, вы, как вы можете видеть, весь каркас юрты здесь перед вами.